Здравствуйте! Сегодня с вами я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. И нас с вами ждет захватывающий кубковый финал. Всем привет! Надеюсь, этот футбол вам понравится. На экране состав команд. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Есть фаворит в этом матче или нет, финал – штука абсолютно непредсказуема. Тут большую роль играет психология. Как общекомандная, так и настрой каждого отдельно взятого футболиста. Команды разыграли мяч в центре поля. Финал начался. Хороший турнир со своей историей, конечно. В нем нет лоска и денег Еврокубков, но, тем не менее, это возможность завершить сезон с трофеем. И именно это каждая команда и постарается сегодня сделать. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Отличный вынос. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Идет атака флангом, тут есть свободная зона. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. И удар головой, опасный, трудный для вратаря, но не точный. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Навес в штрафную. И вот он, первый гол! Открыт счет финальной встречи, и теперь игра должна пойти еще более активно. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Ну, после такой передачи промахнуться было бы преступлением даже с моей стороны. Согласен, и с моей тоже. Ведь и разыграно-то было идеально. Ну и мертвый мяч для голкипера. Смотрим повтор гола. Прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Один ноль. Сейчас будет веселее. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться.
Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Наносит удар игрок. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли забьют. Грамотный пас, все по делу. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Жорди Амат. Мяч покинул пределы поля, аут. Семель Жиго. Теперь в атаке уже соперник будет. Вот это пас прекрасный. Удар. Надо забивать и гол! Пробил он здорово и, самое главное, попал в створ. И попал в левый угол ворот. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хороший пас верхом вперед. Подача. Чей мяч будет? Чуть-чуть поточнее был бы гол. И буквально подарил мяч сопернику. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Да, это совсем не точно. Атака продолжится через фланг. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Все, ушел мяч за пределы поля, удар от ворот. Слухи ходили давно об интересе ПСЖ к новой покупке, но сегодня дело дошло до конкретики. Есть ли у тебя что-то на этот счет? Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость.
Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Денис Глушаков. Мяч вратаря, который выбивает его сильно и далеко. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Атака остановлена, но кто получит мяч? Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Защита первая на мяче, вынос. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мяч в аут ушел. Есть вариант развития атаки. Не закончился еще момент. Опасно может быть. Надо собраться, там поле кончилось. Туда пасовать не надо. Нет, не дошел этот пас до адреса. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Вперед идет атака. Интересно может быть. Кулаками играет вратарь, мяч выбит. Как же здорово он играет в пас. Не вовремя я его похвалил. Теряет он мяч. И мяч в руках у голкипера. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Вратарь отводит угрозу, выбивает мяч подальше от ворот. И подает в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Удар! Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Это офсайд, атака закончена. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Это угловой. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Еще один угловой. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке.
Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Неплохой удар, но вратарь на месте. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. Самое скопление игроков, угловой удар, ну, точно. Денис Глушаков. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Жорди Амат. Хороший пас верхом вперед. И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче, вынос. Арбитр отправляет команду отдыхать. 2-0, перерыв. Итак, финал турнира. Первые 45 минут позади, и есть лидер в этом необыкновенного накала матча. Да, Георгий, работать на таких встречах одно удовольствие. Очень красивый, очень умный футбол показывают команды. И если во втором тайме динамика не изменится, то победитель нам уже известен. Начинается второй тайм финального матча. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем этого турнира. Семей Жиго. Жорди Амат. Вратарю надо выбить мяч подальше от ворот, что он и делал. Офсайд это похоже. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть удар! Надо было забивать и увеличивать преимущество в счете в этой ситуации. Но удар не лучше получился, прям скажем. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит, полдела сделано. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Откровенно плохо сыграно в обороне, ошибка в пользу атаки. Атака продолжится через фланг.
Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Жорди Амат. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Выбит мяч из штрафной. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Жорди Амат. Голкипер играет ногами и выносит мяч подальше от ворот. Неудачный прием и, как следствие, потеря. Надежно сыпь. И этот штрафной может быть очень опасным. Обоюдные замены проводят наставники команды. Позиция очень удобная для штрафного. Отличный шанс, чтобы забить мяч. Есть удар! В перекладину мяч попадает. Сопернику, конечно, повезло. В конце матча они угодили в штангу. Навес в штрафную. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Потери и у соперников мяч. Хороший пас во фланг. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Удар! Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Угловой удар назначает судья. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Мяч летит в центр штрафной. Ох, какой гол! Какой гол! Ну нет ничего удивительного в этом голе с углового. Так обороняться нельзя. Вроде бы ничего сложного, обычный угловой, но отличная подача. И, пожалуйста, вынимай мяч из сетки. Отличная атака, отличный гол. Очень хорошая подача от угловой отметки и прекрасный голевой удар. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Вынос. Мяч не задержался в штрафном. Здесь прессинг. Хорошо укрыл мяч.
теперь в атаке уже соперник будет. Мастерски сыграно. А дальше что? И пробил он по воротам. Момент для удара. И он забивает. Не самый сильный удар на свете он нанес, но тем не менее мяч в сетке. И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются, и, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Ну и провокационный вопрос, хотя ответ известен. Как думаешь, болельщики довольны сегодняшним матчем или очень довольны? Болельщики сегодня в эйфории, команда добилась очень легкой победы, и можно танцевать и веселиться сразу после матча недалеко от стадиона. Здесь он попадает под прессинг. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть удар! Скоро подача в штрафную будет с углового. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Защита Пет. Какой удар! Отлично он играет сейчас. Впереди еще 10 минут. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Жорди Амат. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Навес в штрафную. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Можно подвести краткий итог матча. Сегодняшняя игра проходила с колоссальным преимуществом одной из команд. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ульсон. Вот это пас прекрасный. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Не дает добраться до мяча соперник. Мяч перехвачен. Клоксон. Подача. Чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. И пробил! Какое ударище! С такой дистанции вколотить в ворота единицы могут. А многие просто проверяют голкипера. На 10 раз один да ошибется. Откровенно зазевался голкипер, хотя и мы тоже не были готовы к такому повороту событий. Знали, ведь знали защитники наверняка, что нельзя ему позволять бить отсюда, но проспали. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле.
Подходит матч к концу, приходится констатировать очевидное, борьбы у нас сегодня не получилось. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Тут силовая борьба. Слишком сильно. Вратарь будет первым на этом мяче. Мяч у соперника. Я сейчас закончу вообще все. Победа, победа в финале. Подожди, подожди, Георгий, рано заканчивать. Специальная машина еще не подъехала. Но ты прав, такие моменты не забываются. Они на всю жизнь. И да, эта победа абсолютно заслужена. Начинается церемония награждения. Сейчас команда получит кубок. Капитан ведет команду к подиуму, где будет вручен трофей под аплодисменты болельщиков. Ура! Ну что, я думаю, заслужила эта команда свою победу. Если вспомнить, то весь сезон они шли к ней. Вот так вот прямо и на финишной прямой смогли проявить волю и довести дело до победного конца. Мы же поздравляем всех болельщиков этой команды с победой в турнире. Саму команду и всех тех, кто любит футбол. Конец турнира – это всегда праздник только для одной команды. Но рождение новых надежд для всех, кому не повезло. И все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут рассматривать будущие поколения игроков. А эта победа поведет их к новым успехам.